Всем привет, друзья! Меня зовут Викли, и добро пожаловать на мой новенький видосик. И сегодня Солонежданчик, и мы играем в GTA 5 онлайн на паркур-гоночке. Посмотри, на чем я. Фига себе, конечно, то чего. Я на типа Audi еду. В общем, мы сейчас, конечно, все это дело будем проходить. Ты что делаешь? Скажи мне, пожалуйста. Давай, все, поехали. Все, не начинаем толкаться, просто едем, не троллим сегодня без троллинга, хотя в этом не уверен. Реально? Конечно, нет, сегодня, конечно, будет. О, лабиринт, что? Так, поехали, да, аккуратно. Все, главное здесь, понимаешь, все проходить максимально аккуратно, так ладно. А, это не лабиринт, что это вообще такое? Это стенки какие-то? Тебя... Прям легко, а что ли, скажи? Ты же не проедешь теперь. А, не... а, реально не проедешь. Давай проезжай, пожалуйста. Давай, 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 не держи очередь. Че, просто проезжай, пожалуйста. А, вот, все. Поехали. Ой, давай, давай. Ой, хорошо. Это тачка имба, реально, понимаешь? Либертатор, понимаешь? Либертатор настоящий. Так, тихо, тихо, тихо. Видишь, он прям раскашен, такой патриотичная тачка, понимаешь? USA! USA, да. Когда вот он был? Спокойно. Офигеть. Офигеть, я взорвался, понимаешь? Я взорвался. У нас дорога теперь может, да, как бы там двигаться? Ну да, я еду. А, то есть нужно было, чтобы один взорвался, да, второй поехал. Ну я понял, да, давай, давай, давай. Хопа, давай, либер... Ну а нафиг! Я тебя перекину? А я не знаю, как там заехать в целом. Вот, давай. Да, я так же пытался. Да? Все, давай, заезжай, сейчас мы тебя толкнем. Смело. Мне кажется, как-то можно самому вот так, допустим, прийти. Серьезно? Получилось, да, получилось. Ну что, поехали, так, хопа, тихо-тихо-тихо, так щекой взяли. Я на новенькой тачечке. Фига себе, конечно. А что тут? Трубы. А, тихо. Да ну нафиг. Ага, я свалился, перезагружаюсь сразу же. Че такое? Это так тяжело будет, нет? Да не, нормально, у нас тачки мощные очень. Главное не толкаться, понимаешь? Как думаешь, сколько они жрут в целом? Они, че, они жрут больше, чем мы за всю жизнь, понимаешь? Оп, так, давай, ты там где, догоняешь? Да догоняю, тут конечно. Прыгай, тут разгонись, тут разгонись. Я пытаюсь, я максимально... Ой, ну там, в принципе, нет, так... Нет, придави меня! В смысле, я что-то сформирую с тебя. Все, поехали. Ой, хорошо, меня не задело. О, подожди, я не успел, я не успел! Да, фига, у нас тачка, конечно, прикольная, забавная. Забавная, смешная. Забавно, я упал сразу же. Просто сразу же свалился, сразу же свалился. А это какой-то электрокар вообще. Да, это электрокар, да-да-да-да. Опа, а видишь, такая бесшумная чисто Тесла, понимаешь? Хотя нет, ну Тесла, конечно, покруче выиграет немного. Да, опа, чё у нас сейчас? Я не допрыгнул! Да? Она разрядилась! Что? А я на свою обратную тачку вернулся. Так, ну я поехал наверх. Наверх? Да, наверх, хорошо. Ускоритель, а ну-ка, что дальше? Сейчас скажу тебе, что дальше там будет? Опа, а дальше? Ну фигня какая. Дальше трубу перелетать, мы уже такое делали с тобой. Опа, ага, прикольно перелетел, просто вылетел, понимаешь? Так. Вылетел сразу. О, же. Я еле добрался. Я каждый знаю, как это пройти. Я бы тут на трехколесном бы проходил. А я бы просто вот так вот сделал и побольше бы... Я упал. Тихо-тихо-тихо-тихо. Блин, я там надо, короче, полный ободок сделать. Ну, полный. Да-да-да, я понял. Ты понял меня, да? Чтобы мы, типа, залетели вот так вот. Да-да-да-да. Правильно мыслишь. А я промазал, я промазал. Ты что-то, видимо, плохо мыслил, да? Да-да-да, я что-то фигово сейчас делал максимально. Так, смотри, подожди, вот так вот. И... Во! Вот так хотел. Найс, только не сталкивай, пожалуйста. Да я наоборот пытаюсь залететь сейчас. Да? Вот, я уже на третьем. Ой, я тоже на третьем, тихо, главное не упасть. То и главное за чекпоинт. Офигеть, там так невозможно проехать. Да? Ага, фига себе, так главное не упасть, главное не упасть. Тихо, тихо, тихо. Не, проедем, проедем, проедем. Вот так вот максимально. Да. Нет, надо разгон, надо было разгон больше взять, блин. Ну, главное, первым уже типа научились прям спокойно, да, я так понимаю. Вот так вот. Ай. Угу, спасибо. Только это ты меня сбил, подожди. Нет, 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 нет. Все, сейчас спокойно залетаем, понимаешь? Если у тебя получится, ты, конечно, красава. Не-не-не, я просто хотел разгон. Ой, хорошо! Ты залетел? Да, надо просто разгончик взять. Ой, вертолет, что? О! Я на вертолете. Нет, нет, нет! Фу, чуть не упал. На вертолете? Да. Подожди, неужели? Я подумал, финал уже. Нет, нет, не финал. Подожди, а где чекпоинт? Да не, вряд ли, вряд ли. А, ага, нет, чего, никакой не финал, нифига не финал. Там дальше еще дофигища проходить. Так, подожди, я все еще тут страдаю, подожди. Да, сейчас я пытаюсь чекпоинт найти. А вот чекпоинт вижу. Так, я в тачку превращаюсь и буду на тебя ждать, да? Вот так. Опа, тачку. Хорошо, естественно, так, вылечу, естественно. Фига себе, ты на вертолете, здравствуйте. Опа-на. О, превратился, все? Ой, да, хорош, на трассу упал, красава, реально, я просто вылетел. Так, ну все, есть, получается, выбери правильный путь, давай направо, наверное, поеду. Давай, вот, я так, налево поеду. Налево, давай, давай, давай. Так, мне кажется, здесь без разницы, да, какой путь выбрать? А может, какой-то троллинг здесь? Нет. Я рассчитывал, нет, да, что будет троллинг. Я тоже думал, ну, так, опа, на чем я? Фига себе, тачка, тачка из Half-Life. О, баги, прикольно, да. Да, да, прикольно такая тачка, но здесь, в принципе, тоже это легко пройти, я думаю, на нем, да, будет? Неужели без троллинга? Тут столько штук, чтобы... Да, если можно было куча раз затроллить. Я прям, я бы, если бы я делал, я бы такие троллинги сделал. Да, мы бы не прошли, наверное, твою. Да, но название троллинга не было, поэтому, наверное, это без троллинга. Ну, понимаешь, троллить мы можем друг друга. А, слушай, тут, скорее всего, в две стороны, может, мы сейчас обратно поедем, нет? А, наверное, так, подожди, я взял тачку. Нет, там просто выбираешь. Так, ой, тихо. Спуск без тормозов, поехали.
Да? Разгоняй сюда, на электромобиле. Давай, 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 давай. Ой, мне на трассу упасть. И уже финиш. Уже да? Финиш. Да, уже финиш, понимаешь? Офигеть. Блин, имба. А как менять на тачке? Как менять на тачке? Я сейчас утону на... А, ладно, не, я не утонул. Я хотел спросить, там... как менять на тачке колеса. А, не, она просто доезжает спокойно. Ну, в принципе, получается, мы прошли это все дело. Слушай, ну, гонка была достаточно легкая. Ну что же, вторая карта, и посмотрим, на что же мы будем способны здесь. Ой-ой-ой, я ее уже вижу, паркурчик, да, жесткий начинается. Ну что, ты готов? Да, чувак, я всегда готов. Поехали, паркур, гонка, поэтому гонка. Ух ты, ага, гонка. Так, здесь чисто по стрелочкам, думаю. Я с тобой вылетел. Я с тобой вылетел, ой, понимаешь? Посмеши. Началось. Да. Дурака насмешишь, согласен? Mm-hmm, да, так. Согласен. Всех насмешишь, понимаешь? Не только людей, но и дураков. Ой, ты меня застопил, ты меня застопил, спасибо большое. Так, здесь надо это дело все проходить аккуратно. Хорошо, так, аккуратно, стрелочки. Да что это за бред? Я не пойму, как это пройти. Все, да походу я застрял на первом уровне. Я просто врезался, ну какого фига я поехал так тупо, а? Поспешишь, так сказать, нас смешишь абсолютно всех и каждого. Ой, хорошо, и чекпоинт забираем. Так, а дальше куда? А, нужно перелетать. Так, давай я тогда буду дальше потихонечку ходить, да? Давай. Ты что, думаю, меня догонишь? Да, я уже у тебя. А, если сильно нужно разгонять. Я жив, как я жив. Так, спокойненько. Вот так вот аккуратненько на бочок. Ну почти, я мог сейчас на синюю туда вообще перелететь. Как? Все аккуратненько, здесь максимально надо медленно. Вот. Так, что, стой, так... пока не прыгай. Ага, я уже... Ой, я затормозил четко прям. Да, я... Ты поздно очень сказал, я уже полетел. Подожди, оп, нормально. Хорош. Вырулил. Хорош. Так, так я... и куда нам тут? А, наверх, видишь, нужно туда перелететь, да. И приколечить на ту синюю справа не вылетел. Да? Да. Это имба. Ой, хорош. Так. Так, давай, я жду, пока ты прилетишь. Так, и что? А, там дальше просто вот так вот поехать. Да-да-да. Оп. Вон, не упасть. Тихо. Нет, я кнопки перепутал. Ух, идеально. Идеально, хорошо. Так, а тут нужно разгон? Так, или... и чекпоинт. Ладно, поеду. Опа-на. Поеду. Все, так, я тихо, все взял. Нет, там разгон не нужен был. Ага. Нам надо осторожно перелететь и... Я понял. Почти с я этим понял. Справился. Да-да-да. Нет, это легко, подожди, мы должны это пройти. Точнее, я должен взять чекпоинт, самое главное. Да-да-да, я уже все, взял. Хорош. Лучше, машина, тебя понимаешь, жду. Просто реально лучше... Да я нафиг спорткар ходящий. Есть. Все, там дальше очень просто. Там дальше вообще. Да я вижу, просто что здесь очень просто. Главное, вот я боюсь вылетать уже, понимаешь, куда-то вниз улетел. Или нет, слушай, я могу вниз на карту спуститься и там поездить по городу, пока я тебя жду. Ладно, чекпоинт. Ой, хорошо, все, найс. Да? Поехали. Да. Все, отлично. Так. Ой, удержался. Ну, несложные такие автобусы. Да, я почти удержался. Оп, хорош. Аккуратно. Ты говоришь, прошел это с первого раза, да? Да, чувак, да. Что ты такой скиллованный стал, не пойму, а? Чувак, а я тренировался. НТ. И последний штришок. Последний? Фух, тихо, уйди. У меня провала впереди, да? Ой, спасибо, конечно, подождал меня, но не стой. А бы я тебя как бы и так догнал своими силами, понимаешь? Да. Так, берем чекпоинт. Ой, чекпоинт. Какой чекпоинт? Какой чекпоинт там собрался брать уже? Нет, чекпоинта еще нет. Вон, там дальше чекпоинт будет. Здесь, в принципе, тоже падать нам как бы не суждено, понимаешь? Здесь падать просто стоп. Чего? Налево, направо, давай налево, как бы, ну, а давай налево. Налево и направо. А я направо поеду. А, это просто коробочки, да, смешные. Ну ладно, я понял. Опа, и чекпоинт забираем. Хорошо, поднимаемся. Там какие-то летающие тарелки у нас впереди еще. Да? Что у нас там ждет? О, они мне нравятся. Ага. Так, слушай. Стеночка, ну как бы стеночка для нубиков, понимаешь, да, нужно так просто проехать. А, здесь нужно разогнаться, тихо. Она такая управляемая, это прям да, ну нужно здесь, подожди, сейчас я разгонюсь немножечко. Давай, я тебя жду. Так вот, и погнали, о, а погнали. Что такое? Что, ты упал? Смотри, нет, я, а, не, я могу двигаться. А, все, фу, я уже испугался. Так, давай тогда тебя подожду сейчас. О, дальше там по рельсам придется ехать, походу, ну или по трубе, короче, по таким штукам. Все, я прохожу дальше. Да, я прям за тобой. Давай, там контейнер, ну не повезло, ладно, здесь не повезло, блин. Я просто криво выехал, понимаете, сейчас все сделаем, тоже давай. Упал. Не, я не падал, я не мог разогнаться из-за того, что ты там. То есть я виноват еще, да? Ну, чуть-чуть да. Чуть-чуть да, заезжаем спокойненько, ой, хорошо, так, и поехали, ну здесь прям легко. Там даже не бьешься об эти бетонные штуковины впереди. Опа, и заезжай, хорошо, так, аккуратненько, ничего не за... А, ну это прям максимально легко, что это, что за... Ага, здесь уже такое дело пошло, да? Там что, невидимая текстурка или что? Там, не невидимая, надо колесом чуть-чуть заехать за грань
и ты потом сможешь доехать. А, за... Чего? Чуть левая машина. Типа левая направо. О, о, хорош. И засейвится, главное. Засейвится, засейвится. Значит, легко получается, да? Ой, ага. Вот я на тебя смотрю сейчас, смотрюсь и упаду. Нет! Ну чел, ну как так? Ну чел, ну блин, ну возрождайся, я чекпоинт взял. Давай, давай. Но главное, ты открыл грань реальности и там смог проехать, поэтому давай, тебе сейчас все будет доступно. Да, у меня уже проходы в другие части вселенной. Я тогда потихонечку дальше поеду. Здесь, в принципе, реально. Да, да, давай. Максимально так вот, хопа, главное не свалиться. И, ага, ага, ага. Машина, борись за жизнь, пожалуйста. Все, найс, машина боролась за жизнь. И она благополучно берет чекпоинт. О, дальше что? Две дороги опять? А, нет, не две дороги. Или две дороги, подожди. Да, реально, две дороги, приколи. Опять выбирать, да? Придется, да, направо. Но я на этот раз направо поеду. Слушай, это тоже достаточно короткий такой скилл-тестик, паркурчик, так сказать. Слушай, ну достаточно приятный, я вот сейчас да, еду. Да, ну вообще, люденький, ой, тихо, тихо, тихо. Ой, хорошо, ой, хорошо. Ну держись ты, ну что ж такое-то, не удержалась эта тачка. Вот эти опять прыжки меня, конечно, док... А, чекпоинт здесь, нормально. Главное сейчас не свалиться, так ладно, тогда залетим по-обычному, так, значит, по-дедовскому, да, вот так, спокойненько. И хорошо, я сразу пытался на тарелку залететь. Вот так, оп, нормально, все, взяли. Хорош. О, что взяли, что взяли? Ничего не взяли, едем дальше. Что там взял? Ну и что, ты давай где? Давай. Вот уже там? Я уже спереди тебя. Стоять, кому ты сказал, куда ты поехал, а? Оп. Ну да, мы поехали, молодой человек, стоять. Давай, дружище, тут уже финишная. А, уже реально финиш там? Да, да, да. Ну все, сейчас туда, получается, пройдем, так главное не уплазь. Ну что, разгоняемся? Ага, стоп. Давай. Да? Давай вместе попробуем пройти прям идеально. Так, оп, давай. А, ладно, давай я возражусь. Да не надо, не надо, не надо, не надо. Или вместе прям хочешь. Давай вместе, прям вместе. Давай, да, первый полечу, так вот, хоп, аккуратненько. Так, а дальше что здесь? Дальше а, нужно... тоже надо! Да тихо, 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 да. Я же посмотреть, я же аккуратно. Давай сейчас стану так вот аккуратненько. И давай вместе разгоним, как форсаж. Давай, на бибик. Давай, давай. На третий. Давай. Раз, два, три. Поехали, давай, 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 давай. Хопа, полетели! Опа. Она мне. Походу, надо с разгона. Да, с разгона, с разгона нужно. Давай, ладно. Оп. Хорош. Сразу же едем, сразу же, давай. И сразу, да, 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 сразу. Мы, конечно, кринжанули сейчас. И сразу, да. Ты упал? А я поехал. Блин, я заезжаю туда? Или что? А мне уже ускорило. Тихо, нет, я тебя подожду. Давай, давай, вместе, 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 вместе. Должны вместе, должны вместе, должны вместе. Хорош. Хорош. Ну почти. Ой, лучше, прямо на меня. Как... Ой, красава. Ай-яй-яй. Ну что, друзья, вот такой носик у нас получился. Целых два таких паркурчика у нас сегодня было. Если вам, конечно, понравилось, не забывайте влепить свой лайк. Также подписаться на наш канал, нажать на колокольчик, чтобы новенькие видосики не пропускать. Но с вами был Твик, даже не ждать, чего не прощаться. Говорю, до новых встреч, друзья. Всем пока, ребят.